Путін і Порошенко хотіли, щоб не змінювався той формат. Тобто ні миру, ні війни, а Зеленський планував нормандським якимось домовленням, які би вилились на якісь комуніке, так, письмово, скріплені підписами, можливо, хотів би вискочити за межі цієї парадигми, власне, яка диктувалася мінським домовленнями. Ваша точка зору, тому, чому, по суті, ота вся масовка, яка була проплачена і зібрана під офісом президента, підігрувала в цій ситуації Путіну? Ну, во-первых, я считаю, что Зеленский ничего того, что вы говорите, не планировал. Я имею в виду выпрыгнуть из какой-то парадигмы. Потому что хотел изменить? Да нет. Ну, смотрите, Зеленский на сегодняшний момент выбрал такую манеру поведения в этих переговорах. Для него это политический пиар. Вот в чем проблема. Понимаете? То есть для Зеленского все инициативы с миром по сегодняшний момент, может завтра это будет по-другому. Но на сегодняшний момент это такая так называемая пиар-акция. И я это говорю не с желания там покритиковать президента. Ну вот президент выбрал такую методику. Для многих из нас... А может, боялся, что когда вернется офис президента, оточенный его, скажем так, не симпатиками? Да ну, смотрите, то, что это две разные вещи. С нашим президентом, с Владимиром Александровичем Зеленским, вот когда произошла встреча в нормандском формате, очень много в прессе начало будироваться, как он выглядел, как он сел, в каком костюме он приехал, как он посмотрел. Это на самом деле не имеет никакого значения. И тех переговорщиков абсолютно это так. И надо отбросить вот эти иллюзии, что те переговорщики, которые сидят за отдельным, ну, за тем же столом сидели с Владимиром Александровичем Зеленским, на них можно произвести какое-то впечатление костюма. Дипломатия имеет роль, навіть, кто перший, кому подав руку. Это по другой причине. Это по значимости вес имеет. Я хочу сказать одну такую мысль, и нужно, чтобы каждый ее для себя понял. С Владимиром Александровичем Зеленским сели за стол Путин, Меркель, Макрон. И могут сесть любые лидеры нашего земного шара только по той причине, что у него есть электоральная поддержка внутри огромной европейской страны. И эта поддержка на момент выборов являлась порядка 70%, а точнее больше. И мы возвращаемся к моменту, как вы сказали, вот эти люди, которые раскачивали ситуацию, которые пытались показать. Они пытались показать не Зеленскому. То, что Зеленский реагирует на эти вещи, он реагирует по другой причине. Они пытались показать для других лидеров, и в том числе для Путина, что на самом деле электоральная поддержка у Зеленского не 70%. И если вы проследите информацию в прессе, в масс-медиа, там резкое падение рейтинга, что Зеленский начинает, что это не его рейтинг, что это рейтинг там, его инициатив и так далее, это рейтинг против Порошенко. Для чего все это делается? Это делается, сеется зерно сомнений у других лидеров. А поверьте, Путин это отслеживает. Он живет электоральными интересами своей страны. Только по той причине, что для него это жизненно необходимо. Там 150 миллионов разноплановых людей живут в нищенском положении. В хорошем и в резко нищенском. Там тяжело удержать эту ситуацию. Так вот, еще это важно. Так вот, не нужно смотреть и мерить Зеленского по костюмам. Те люди, которые с ним разговаривают, чихать они хотели на это дело. Для них только интересно одно. Имеет ли он контроль и имеет ли он электоральную поддержку? И говорит ли он от лица народа или не разговаривает? Почему Путин не брал телефон от Петра Алексеевича, Петра Пятого, Петра Алексеевича Порошенко? Не потому, что он плохой. Не потому, что он разговаривал там с Путиным на украинском языке и иногда переходил на суржик. Или крыл его матом. По другой причине. Потому что Путину не было смысла с ним разговаривать, потому что электоральная поддержка была около 8% или 10%. И он об этом знал. И для разговора с Путиным, у которого за 60, 8% в Украине было недостаточно. Только по этой причине Зеленский или ЗЗЗ Зеленский или Иван Петрович с ним будут разговаривать, пока будет электоральная поддержка.